ясный, погожий сентябрьский денек. Робко входил я под светлые своды. 1 сентября – очень важное событие в жизни каждого школьника. Но особенно волнительный этот день для первоклассников. Самыми первыми они спешат сегодня в школу. Для них начинается здесь новая жизнь. Мы сегодня выступаем перед вами первый раз. Мы сегодня представляем целиком наш первый класс. Для Александра Бахтина, как и для многих родителей первоклассников, сегодня очень важный день. Его внучка пошла в первый класс Богучанской школы номер 1. Хочу поздравить всех наших учеников, особенно всех первоклашек и будущих выпускников. Значит, им нужно трудиться, учиться, и поэтому добиваться результатов, показывать себя, одним выходить в люди, другим в взрослую жизнь. Поэтому всех поздравляю с 1 сентября. Всех-всех наших школьников и свою внучку-первоклашку, всех учителей, терпения им, взаимопонимания. Все будет хорошо. В Богучанской общеобразовательной школе номер 1 к первоклассникам на праздник пожаловал Незнайка. Но учиться он совсем не хотел. Обожаю я лениться, не хочу совсем учиться. Вот такой я ученик, посмотрите мой дневник. Ребята его переубедили и взяли к себе в первый класс. А затем все ученики школы торжественно произнесли клятву. Мы, ученики Богучанской школы номер 1, торжественно клянемся и обещаем в учебном году не лениться, стараться прилежно учиться, к вершинам знаний стремиться, результатов высоких добиться. Я надеюсь, что наши дети получат достойные знания в этом году. А в этом году у нас детей прибавилось аж на 36 детей. В этом году мы входим в новый учебный год с численностью 427 детей. То есть такого никогда еще в нашей школе не было. Я желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и всего самого замечательного. Впервые за долгое время в общеобразовательной школе микрорайона геофизиков большое количество первоклассников. Все они активные, творческие и веселые. У нас 2017 год. И представляете, последний раз наша школа набирала первых два класса ровно 17 лет назад. В 2001 учебном году. Представляете, несмотря на все трудности нашего микрорайона, мы растем. И я очень рада с вами поделиться этой радостью. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. И, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Помогала маме собирать портфель. Что ты в него сегодня положила? Всякие нужные вещи. Скажи, а ты вообще хотела в школу идти? Да. А почему тебе хотелось в школу? Потому что там весело, и все ребятишки учатся. Когда я собираюсь, я думаю, все, я увижу всех своих друзей, я увижу одногруппников, может, еще кого-нибудь увижу. И для меня это радостно. Для меня, значит, 1 сентября начинается учеба, и меньше отдыхаешь. Начинаются трудные дни. Я очень ждала этого прекрасного дня все лето. Я постараюсь учиться на отлично и всегда производить впечатления. Для родителей первоклассников это торжественный момент в жизни. Они переживают за своих детей, держат их за руку и дают последние наставления. Ведь скоро их ребенок станет совсем взрослым. Немного переживали, но вообще, конечно, очень волнительный всегда этот момент. Много эмоций, много впечатлений. Тем более, это родная школа для меня. И снова прийти сюда уже со своим ребенком, это очень много значит. Книжки, новые тетрадки и костюмчик от нашей. Чтобы было все в порядке. Сегодня для всех первоклассников прозвенел первый в их жизни звонок. А затем эти юные и веселые ребята отправились на свой первый урок. С сегодняшнего дня для них открылась новая, интересная жизнь в мир знаний. И впереди у них 11 счастливых школьных лет. Ведь недаром говорят, школьные годы чудесные. Людмила Кочнева, Александр Можеванов, Сергей Бегишев, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны».